Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я запускаю розыгрыш на бесплатные новые сундуки. И вообще, декабрь будет целая линейка разных конкурсов. Розыгрыш это будет и в Brawl Stars акции гем, и в Рояле акции гем, и аккаунты буду разыгрывать. И на Новый год вам крутой конкурс подготовлю. Поэтому, если вдруг ты на канале здесь, дружище, впервые, пожалуйста, подпишись, потому что в декабре можешь выиграть много всего интересного и совершенно бесплатно. И, пожалуйста, цени лайком видосик. Я буду очень признателен, потому что на прошлом ролике прям как много лайков. Я вас всех люблю. Спасибо. Значит, сегодня я, ребята, буду разыгрывать вот эти сундучки. Акция звездного уровня. Я попросил под прошлым роликом набрать 15 тысяч лайков. На данный момент там почти 8 косарей. Я засчитываю это количество лайков, поэтому конкурс состоится. Но так как мы не набрали поставленную цель, да, лайков, набрали в 2 раза меньше, и призовых мест, соответственно, будет в 2 раза меньше. У нас будет всего 3 призовых места, но это тоже неплохо. Конкурс продлится недолго, поэтому рекомендую всем поучаствовать. Я задоначу бесплатно победителю, 3 победителям, на мега сундук с молнией и на легендарный сундук короля. Как минимум, я думаю, он 2 легендарки получит, плюс куча токенов, куча золота. Это совершенно бесплатно, обязательно участвуйте. Значит, теперь давайте пройдемся по условиям. Ребята, условия будут максимально простые, никакие не замудренные. Первое, что вам нужно, это быть подписанным на основной канал. Я думаю, вы это и так уже сделали. Я это не буду добавлять в описании, потому что зачем вам оставлять ссылку на этот канал, на котором вы смотрите. Значит, первое условие, которое будет в описании, это подписаться на мой второй канал. Собственно, вы тоже, думаю, там уже подписаны, потому что на том канале у меня каждый день проходят стримы. Как на него можно быть неподписанным, я не знаю. Второе, ребята, это подписаться на мой паблик по Brawl Stars. В этом же паблике будет закреплен видос, вам нужно сделать репост. Это также будет ссылка в описании. И последнее условие, ребята, это очень важно, подписаться на мой инстаграм. Я очень сейчас хочу прокачать свой инстаграм аккаунт, поэтому если вдруг у тебя нет инстаграм аккаунта, но ты хочешь поучаствовать в розыгрыше, создай страничку, там буквально это займет у тебя полминуты, и просто подпишись. Ссылка будет в описании. Итак, давайте еще раз пройдемся. Первое, нужно подписаться на Holdik Live, ссылка в описании. Второе, на паблик мой по Brawl Stars. Третье, репостнуть этот ролик и подписка на инстаграм. Конкурс продлится 2 дня. В пятницу я определю победителей, возможно, на стриме. Если вдруг у меня не получится провести стрим, я выберу в паблике победителя и также анонсирую победителей, и, возможно, даже они попадут ко мне в ролик. Поэтому обязательно участвуйте. Опять же, 2 дня всего лишь будет розыгрыш, не оттягивайте, а прямо сейчас выполняйте условия. Я думаю, что вы и так половину этих условий уже давно выполнили. Ну, а я, естественно, сейчас это все задоначу добро тебе, чтобы вы поняли, что это того стоит, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Ну и для начала откроем легендарный сундук, а потом новый вот этот сундук с молнией. Итак, 20 баксов суперселлы уже съели, поэтому открываем сундучки. Ой, теперь все тут по-другому. Все такое, знаете, как будто, я не знаю, ну реально, как будто обнова была, да? То есть, ну, приятненько, приятненько. Так, ну, я не знаю, мне это же переводится в звездные уровни или в золото оно переводится? Дополнительные очки силы? Нет, оно в золото переводится у меня. Так, ну я возьму, окей, давайте, гоблина с гигантами. Надеюсь, его когда-нибудь апнут, разработчики бафнут, улучшат и хотя бы с ним играть будут. Потому что смысл добавлять было новую карту, если с ней никто не играет. Призрака дайте. Вот он, призрак, и осталось у меня 4 карты до максимального уровня. Смотрите, также еще карты, которые у меня уже были максимального, они не подсвечиваются, они не серыми. А то, что я получил, с чего я получил профит, оно вот у меня цветное все. Это, кстати, удобно. Так, вот, смотрите, сколько токенов я получаю. Давайте посмотрим, что у нас тут выходит. У нас выходит у меня теперь 5 легендарных, 7 эпических, 6 редких и 7 обычных. Ух, жаришка. Скоро призрака прокачаю и дальше будем уже баловаться с этими звездными уровнями. Итак, мега сундук с молнией. Ну что ж, это тот сундук, который добавили у нас. Это тот самый супер магический, только теперь можно выбирать карты, которые вам надо. Ну давайте, поехали посмотрим. Так, вот он этот сундучок. Я сделаю скриншот вот такой вот. Потому что, ну хотя это опять же обычный супер магический. Так. А, то есть мы сначала просто открываем, а потом будем прокручивать. 8 раз, я так понимаю, можно прокрутить. Так, хорошо, опа, и легендарочка также тоже есть. Ух, как это круто. Давайте скриншот. Так, ну естественно я буду прокручивать, скорее всего, только легендарку. Смотрите, как это интересно. Давайте, оп. Бандитка. Нет, мне надо призрак. Так, еще 6 прокрутов. Слушайте, это удобно. А, стоп, мега-рыцарь же у меня не фул. Лучше бы я оставил его. Блин, 4 прокрута. Я очень рассчитываю на призрака, я хочу сделать скриншот. Оп. Хорошо. Осталось 3 прокрута, блин. Лучше бы я ставил мега рыцаря.
два прокрута. Дровосек и последний прокрут. Так, прямо сейчас вот поставьте лайк. Давай. Поставил? Давай, призрак. Нет, к сожалению, нет. Эх, лучше бы я ставил мега-рыцаря. Давайте посмотрим, сколько у меня штук. Слушайте, я, конечно, к элиткам отношусь серьезно очень, да? Но тут они сексуальные, ничего не подумайте. Там вообще извращенного, то есть, ну, они правда прям... Господи. Так, значит, что у нас с мега-рыцарем? А, стоп, он максимального уровня, чё я туплю? Все хорошо. Ничего страшного, что я... Кстати, мега-рыцарь тоже очень красивый, я его прокачаю в следующих роликах и колоду с ним какую-то придумаю. Что ж, предлагаю сейчас немножечко поиграть. Давайте прокачаем пеку на второй уровень. Да вообще, прокачаем все и поиграем немножечко в глобали. Также не забудьте сегодня, ребята, прийти ко мне на стрим. Ссылка будет на канал в описании, на котором стримы проходят. Обязательно приходите. Сегодня буду играть в турнире. Сегодня буду играть в глобали. Вы часто меня просите: давай, давай рояль, давай рояль. Сегодня будет рояля по максимуму. Поэтому, друзья, буду ждать абсолютно всех. Стрим начнется приблизительно в 10 по МСК. Приблизительно. Постараюсь раньше. Может быть, чуть-чуть позже. Ну, в 10 это железно, я постараюсь прям вот. У меня здесь по месту жительства будет 9 часов, а у вас будет 10. Ну, большинство, вы же большинство из России, да. Хотя у каждого разный часовой пояс. Ну, в основном проще ориентироваться по московскому времени. В 10 по МСК, друзья. Ну, я постараюсь раньше. На данный момент я записываю ролик, у меня уже 8 часов по Москве. Ой-ой-ой, вот эти летучие мышки, они очень красивые. А ну, разряд. Разряд красивый. Но летучие мышки, это прям вообще шикарно. Это как, не знаю, какие-то... На феникса похожи они. Против нас, скорее всего, пека. Либо шахтер, я не знаю. Ах. Сборщик эликсира тоже такой, знаете, прокачан сейчас. Выглядит это достаточно смело. То есть... Такой взгляд сразу прикован к этим юнитам, картам. Это интересно. Так, все, он потратил poison, давайте. Ух, блядь, как это все интересно, серьезно. Вот все блестит, все такое сверкает вообще. Я такой вообще весь радостный. Блин, я не могу привыкнуть, что все такое золотое. Так, он тоже, видим, да, успел прокачаться. Так, пек он поставил. Окей, ну у нас тоже пека, да? Забрасываем шахтерку. Так. А что толку, что я вот это накинул много юнитов? Как я буду дефаться? Я не задефаю слева, я теряю вышку. Это, конечно, было непродуманным ходом для меня. Я, ребят, правда, это отвлекает очень сильно. Я сейчас отвлекаюсь на вот эти все золотые карточки и на скины юнитов. Вот, опа, но тем не менее, это интересно. Бля, слушайте, пека снесет вышку мне, походу. Блин, проиграл. Много ошибок допустил, да и вообще толка. Слушайте, а у Пеки два меча было, да? Или один? По-моему, у Пеки был один меч до того, когда я прокачал скины. Ну, если два, то это теперь, ну, реально интересно. Хоть какое-то видоизменение есть, фух. Пека, тычечку одну, родной. Давай, брат, давай. На, сука, вообще отлично. Так, делаем сплит. Сплит, отлично. Так, тут у нас летучие кожаны. По-украински кожаны. Летучие мыши — это кожаны. Так, ну что, я, наверное, таран сначала убью. Тинц. Бля-бля-бля-бля-бля-бля, вы чё? Вы чё, блин, быкуете, пацаны? Не, ну я тут проиграл, ребят. Я стараюсь, конечно, что-то тут делать, да. Вот, тут напрягаюсь, тужусь, но все напрасно. Все напрасно, потому что много было ошибок допущено в начале. Вот, ну ничего страшного. Ничего страшного, я тут не за победой. Я в основном потестить, короче, скины реально секс. Я, может, замучу там какую-то превьюшечку себе такую интересную на стримчанский, чтобы было красиво. Но надо, блин, я не знаю, какой-то бой фановый там с сокланом, чтобы я так всех юнитов высадки, нет, там не высадки надо, а... Да я не знаю, высадки тоже интересно, да, то есть красиво. Особенно вот летучая мышь интересно. Я видел еще стрелы. Бля, там стрелы тоже интересно летят. Не интересно, а красиво. Бля, ух, я и впечатлительный, да? Я не знаю, как вы, ребят, но я очень впечатлен. Напишите в комментариях, как вам обновление. Мне интересно будет почитать. Вам зашло или нет? Ну, я думаю, что у кого не фулл аккаунт, вам не особо, да, эти скины сейчас в прикол, да? Потому что, ну, камон, вы не можете их получить.
Ну, вообще, нравятся они, вот, если бы у вас были, вам по приколу. Я вот изначально как-то вот немножечко похейтил это, а теперь вот, знаете, смотрю так, ну, глазу приятно, то есть так интересно. Солидно смотрится, знаете, такой пижон деловой, типа такой весь в золоте, не знаю. Так, слушайте, что-то я с тремя мушкетерами себя убого чувствую. Без тяжелых заклинаний вообще не умею. А почему один варвар такого уровня, а другой такого уровня? Что случилось? Таран теперь... Или что это? А, там варварская бочка, да, была? Так. Пу-пу-пум. Ставим сюда сборщик. Чем он будет? У него poison. Все, я понял. Вот так вот выпускаем духа. Так. Пам. Вообще, я помню, Кристалл меня учил так выпускать духа, что он еще, ну, огненных убивает и продолжает еще атаку. Так. Тихо. Так, так, все, я понял. Понял, принял. Так, закину я шахтера на левую сторону, дабы продамажить немножко вышку. Поставлю еще один сборщик эликсира. Соперник либо растерялся, либо заглючил, либо завис, либо, я не знаю, либо что. Либо эликсира у него не было, и он пропускает. Просто смотрите, сколько урона. Слушайте, ну, забавно, мне кажется, он залагал. Так, ладно, смотрите, что мы делаем с вами. Мы с вами поступим следующим образом. Сплитим мушкетов. Так, я думаю, что пеку мы поставим на правую сторону, вот так вот, вот так во. Так, забрасываем пеку, дальше мы запускаем темного принца и забрасываем огненного духа. Здесь мы используем разрядик, так, и давайте закинем еще шахту. Слушайте, слева тоже неплохой урон прошел, да? Ой-ой-ой, через зеркало, смотрите, через зеркало были разбойники, очень красиво, кстати. И мы забираем вышку. Давайте вот так вот красиво высадим. О, боже, я не могу. Это можно смотреть вечно. Это красота, реально. Это очень красиво и... Мне нравится. Короче, друзья, я продолжу наслаждаться геймплеем на стриме. Жду вас всех. Буду играть долго. Мне очень нравится сейчас. Вот таким мне рояль нравится, когда что-то добавляют. И это надо было делать на протяжении года, а не только в декабре, да, одну обнову выкатили, все, и все теперь довольны. Если бы это было на протяжении целого года, рояль бы не терял бы актуальность. Он всегда был бы, ну, на плаву даже у олдфагов, которые сейчас, на данный момент, я думаю, уже вряд ли вернутся из-за вот этих мелких скинов, там, турниров, ну, и изменений в балансе. Но, тем не менее, меня это зацепило. Подписывайтесь, ждите, участвуйте в конкурсе, ждите стрим, я имел в виду. И, собственно, всем удачи, увидимся с вами на стриме, всем пока.